Приветствую вас на моем канале. Меня зовут Лилия Донскова, и сегодня у нас третий обзор заказа из первого каталога компании Oriflame. Почему решила показать этот заказ? Потому что он большой, на 140 баллов, и практически здесь все под заказ. Ну, совсем немножечко я заказала еще себе. Обычно я стараюсь свой заказ делать в первую поставку. Стараюсь брать новинки, какие-то интересные продукты по акциям, потому что чем ближе к концу каталога, тем больше вероятность, что сток будет становиться меньше, меньше и меньше. Поэтому вам тоже рекомендую делать заказы в самом начале каталога. Итак, спонтанный заказ на два набора полотенцев. Я надеюсь, что вы их уже видели, какие они очаровательные и прекрасные. Не буду распаковывать, потому что это под заказ. Расскажу, как я получила этот заказ. Мне позвонила клиентка, которую я буквально вот перед этим поздравила с днем рождения, сделала маленький подарочек, презент, и спросила: а вы уже смотрели каталог? Она говорит: ой, я еще не успела. Я говорю: посмотрите обязательно, я завтра буду отправлять заказ. Она мне позвонила и заказала один продукт, этот продукт — тени для бровей, набор. Она их заказала в подарок, потому что у нее такой набор есть, очень нравится. И я тут же спросила: а вы видели, какой набор полотенчиков у нас идет по акции? Я могу вам организовать со скидкой всего за 999 рублей. Она говорит: ой, не видела. Я говорю: открывайте такую страничку. Она такая: закажи, правда хороший? И я, естественно, сначала посмотрела сама эти полотенчики в первом заказе, сказала: вы будете в восторге. И вот заказала она комплект полотенчиков, а буквально через 5 минут перезвонила ее сослуживица и заказала точно такой же комплект полотенчиков. Поэтому я вам рекомендую всегда рассказывать о тех продуктах, которые вам понравились. Сделайте акцент хотя бы на один продукт, расскажите, как он вам понравился, вложите эмоцию. Если вы будете сухо рассказывать, мне кажется, заказов не будет. Постарайтесь рассказать так, как вы чувствуете. Попробуйте, потренируйтесь, порепетируйте, потому что чем более красочная ваша речь и не просто эмоционально окрашена, а вкусные слова подобраны, тем больше вероятность заказа. Далее мне заказали еще много вот таких кремов с ароматом персика. Слушайте, какая прелесть эти крема. Я себе заказала 5 штук, себе лично поставила. Ну, может быть, я 1-2 потом продам, но в основном я все хочу оставить себе, потому что они мне очень-очень понравились. Я люблю аромат спелого абрикоса, спелого персика, они немножко перекликаются, и мне нравятся по качеству эти крема, они легко впитываются, пользоваться ими одно удовольствие, потому что они не оставляют липкого такого следа, а впитываясь, они оставляют такую гладкость, мягкость и тонкий аромат натурального персика. То есть не химикозный такой аромат, а вот просто как живой персик. Как можно не заказать такой крем, не знаю. Так, далее в заказе у меня... Ой, это еще не все крема. Вот еще. Это все под заказ. Смотрите, как их много. Так, далее. Что-то я еще хотела достать. Ага, вот он. Раз, два, три. Три геля великана. Это серия Discover. Густые, ароматные гели, которых надолго хватает. С чудесным ароматом пляжа Калифорнии и... Камчатка, мы так называем Камчатка, а тут еще написано Wildberries, ягоды Камчатки. Оба вкусные, и в этом каталоге настолько привлекательная цена. Обратите внимание, здесь 400 миллилитров, а стоимость, я не помню точно, но примерно как стоит обычно 250 миллилитров. То есть выгодное, классное предложение. Вот, дамы, водрузим эти огромные гели, пусть они радуют нас. Кстати, на сайте, я не знаю, еще продолжается акция или нет, при заказе на 50 баллов можно выбрать три продукта, любые. Они будут в самом-самом конце, когда вы переходите на второй шаг предложения. Вы прямо опускаетесь вниз, и там будут разные продукты: помады, пена для ванны еще была. Конечно, мне мало
три продукта всего. Я думала, на каждый 50 баллов по 3, и я бы тогда заказала гораздо больше. Но вот что я взяла: свой любимый лосьон для тела, серия Love and Care с миндалем. Эта серия ушла, если вы помните, из постоянной коллекции. Напоминание. А пользоваться-то хочется, и когда я увидела его в распродаже, конечно, я взяла, по-моему, 149 рублей всего. Далее два геля я брала себе летом: ананас и маракуйя. Он с охлаждающим эффектом, но я, честно говоря, такого сильного охлаждающего эффекта не заметила. Но этот аромат экзотических фруктов просто вот сводит с ума, поэтому я, конечно, взяла себе два. Я их не буду никому предлагать, всего по 79 рублей. Отличное предложение, конечно же, я в нем поучаствовала. Я люблю, когда компания организует какие-то интересные акции или делает такой вызов, как, например, сейчас, если вы видели, при заказе на 999 рублей можно заказать целый набор, который входит в гель для душа, тканевая маска, гель для душа, кстати, серии Feel Good, тканевая маска, крем для рук, клюквенный чай и мыло такое же, и какой-то пятый продукт еще. Посмотрите на сайте. И я, когда сегодня получила это предложение, вот честно, я же прям губу закусила, или да, язык закатала, что-то, губу закатала, потому что уже все заказы отправила. Ну, надеюсь, что еще заказы будут. Сегодня пошла специально, раздала оставшиеся каталоги и те, которые ко мне вернулись, все раздала. Думаю, пусть они принесут мне заказы, а что они дома будут просто так лежать. Так, далее заказали гели для интимной гигиены. Хорошее предложение, в этом каталоге давно такого не видела. 259 рублей была последний раз скидка, а сейчас 199 рублей. Три разных варианта: зеленой крышечкой, с розовой и синей. И не спрашивайте меня, какой лучше. Мне они все нравятся, я их просто беру все время разные. Сейчас, сегодня прямо открыла с голубой крышечкой. И зеленый открытый, то есть в двух местах мы купаемся, и поэтому открыли два. Открываем два. Тоже под заказ два мыла. Одно такое мыло с сердечком. Кстати, ко дню влюбленных уже можно начинать готовиться. Но я видела, в следующем каталоге будет классный набор: крем для рук и тоже мыло. Поэтому я не стала запасаться такими мылами, тем более что они были в том году, и я всех ими одаривала. И заказали новогоднее мыльце, тоже вкусненько пахнет. Так, что еще? Кстати, так интересно, два разных человека заказали два, то есть по одинаковому BB крему, и оба light, одинаковый код. Представляете, какое совпадение. Так, что еще? Ух ты, какой цвет красивый! Это гель-лак и сразу фиксатор к нему. Вот, кстати, у меня гель-лак не держится на ногтях совершенно, то есть, ну, как обычный лак, я разницы не вижу, но то, что он красивее, это однозначно. Он так классно ложится на ногти. Но многие писали отзывы хорошие, у кого-то даже и 11 дней держался, как заявлено в каталоге, но у меня нет. У меня максимум 3 дня, и то, если я вообще не дышу на них, не вожусь в воде, ничего не делаю. Слушайте, какой потрясающий красивый цвет, коралл. Да, я так и подумала, что это коралл, просто супер красиво. Так, вот нашла, что я себе заказала, вижу в коробочке. Пудру заказали, пудра серии The One матирующая, то есть она для тех, у кого кожа склонна к жирности или жирная, то есть она создаст дополнительное, как даст немножко времени для того, чтобы меньше обращать внимание на жирный блеск, то есть как бы она зафиксирует макияж и не будет давать так активно выделяться блеску. Это тоже очень удобно и для многих важно. О, пропустила еще один гель. Смотрите, Камчатка более популярная, чем пляжи. Так, мыло ладошки, оно сделано в форме ладошек, если вы видели. И это мыло пахнет персиком тоже, очень вкусно. У нас сейчас такое мыло в мыльничке, кстати, буквально недавно записали обзор
где я сравниваю два мыла. Одно наше Oriflame как раз попало в обзор мыла ладошки, и мыло, которое попало к нам случайно, потому что мы не покупаем специально продукцию не Oriflame, потому что в Oriflame есть абсолютно все, что нужно для того, чтобы удовлетворить вот все абсолютно потребности. Вот нет такого, чтобы я чего-то захотела, а в Oriflame этого не было, поэтому мы заказываем только в Oriflame. Но посмотрите сравнение, то мыло, я не знала, что оно дорогое, мы просто начали пользоваться, начали как это оплевались. Миша говорит, что это за стрёмное мыло, что-то его достала. Я говорю, ну не выкидывать же, подарили. Вот, а потом посмотрели на сайте, ну посмотрите сами видео, не буду пересказывать. О, ух ты, сейчас мы к этому вернемся, подождите. Это тот самый набор для бровей, который заказала девушка, потом она взяла еще полотенце. Этот наборчик для бровей очень удобный, у меня как раз сейчас с ним сделан макияж на бровках. Очень удобный тем, что там есть два оттенка и воск. Воском я не часто пользуюсь, а вот то, что два оттенка, очень удобно. Например, начинаем светлым, потом чуть-чуть подтемняем, кончик выводим более темным. То есть можно так растяжку цветовую делать, потому что взять один цвет, подмешать к нему более, ну сначала светлый, потом чуть-чуть темного, а потом совсем только темный. Это очень удобно, и брови получаются очень естественные. Так, здесь зеркало серии Giordani Gold, я не буду открывать, потому что тоже под заказ. Что мне в нем нравится, то что оно не очень большое, оно легкое, красиво сделано, нижняя часть золотая, а верхняя крышечка черная с логотипом G2G, как обычно в серии Giordani Gold. Так, и здесь все тоже под заказ. Ох, какая прелесть, смотрите, крем для рук. Аж забыла, чем. Миндаль, мед и миндаль. Питательный, густой. Если сравнивать с персиком, этот намного гуще и намного питательнее. Обычно я такие крема беру на ночь. Или если я много, например, готовила и руки пострадали, то есть подсохли от воды, я наношу толстый слой питательного такого густого крема. И два бальзамчика для губ тоже из этой же серии. Эта серия защитная, она благоприятно влияет на кожу и защищает от внешней среды. Что интересного, девушка заказала крем и бальзам, я их отдала, и она в этот же вечер мне написала в Viber продублировать еще два бальзамчика и крем, представляете? Очень понравилось, она пишет, слушай, какие классные, так дешево, закажи еще и то и то. Конечно, все заказываем. Так, карандаш для глаз тоже под заказ, кстати, не знаю, как называется цвет, с одной стороны черный, а с другой такой графит, ну серый, я бы даже сказала светло-серый оттенок. Серия On Color. Так, далее под заказ крем для глаз серия Skinergize Novage. Эта серия подходит от 25 и плюс. Кстати, часто задают такой вопрос, а как вот выбирать, если здесь написано 25 плюс, это до скольки? То есть от 25 и до бесконечности. Если на серии написано 30 плюс, значит от 30 и до бесконечности. Каждая серия Novage решает определенную задачу. То есть, например, Skinergize, она ухаживающая, и лицо становится очень свежее. Я, кстати, пользуюсь сейчас дневным кремом из этой серии и сывороткой, и могу сказать 100%, что появляется румянец, и лицо сияет. Вот реально оно выглядит намного моложе, хотя, извините, сколько мне лет, наверняка вы знаете, да? То есть мне эта серия вроде бы как бы вообще противопоказана, кто-то бы сказал, но нет. Если свежесть лицу придать нужно, и не нужно решать какие-то глобальные вопросы, там контур выравнивать, убирать крупные морщины глубокие, то самое то, что нужно. Имейте это в виду. И для себя заказала еще одну баночку астаксантина. Астаксантин я пью каждый день, вернее не я, а вся наша семья пьет каждый день. В основном мы пьем астаксантин в наборах, то есть мы берем упаковки wellness pack, в который входит сразу весь
комплекс на день с омегой, астаксантином и мультивитамины, минералы. Но я всегда беру еще отдельно вот эти баночки, потому что если я чувствую себя, ну, бывает даже не то, что я чувствую, что я заболеваю, а вот просто какая-то слабость, усталость появляется, я просто выпиваю дополнительно еще 1-2 капсулки астаксантина, и реально работает, то есть появляется энергия, становится как-то, ну, пободрее. И в общем-то все. И тут пакетик, который можно сложить в заказ. И рассмотрим то, что мне прислали. Ребята, нас ждет сенсационный продукт. Это будет 2 варианта использования масел. Набор с шариковым аппликатором. Отдельно набор масел без аппликатора. Их будет 4 варианта. Я очень хочу быстрее их изучить и заказать. Я обязательно буду заказывать масла. Хочу, прям вот очень хочу. Возьму все. Миша еще так удивился: ты их возьмешь все? Я говорю, конечно. Мне что интересно, будет ли распространяться скидка 50% на эту продукцию? И все, в общем-то, и как можно быстрее хочу их получить. На этом наш обзор подошел к концу. Спасибо вам за внимание. Если есть какие-то вопросы, пишите. А если есть, может быть, даже пожелание записать какое-то видео, тоже пишите прямо в комментариях. И я вам желаю всего самого-самого классного. До новых встреч. Пока-пока.